Земле есть только один способ заставить человека что-нибудь сделать. Задумайтесь, только один способ. И способ этот в том, что вы должны заставить человека захотеть сделать то, что вам нужно. Помните, другого способа не существует. Разумеется, вы можете заставить человека захотеть отдать вам свои часы, наставив на него револьвер. Вы можете заставить своих подчиненных сотрудничать с вами, пока вы не отвернетесь, угрожая в противном случае их уволить. Вы можете заставить ребенка сделать то, что вам нужно, запугивая или угрожая ему. Но все эти способы имеют свои недостатки и чреваты последствия. Единственный способ заставить вас сделать все, что угодно, дать вам то, что вам нужно. Но что же вам нужно? Зигмунд Фрейд сказал, что главными побудительными мотивами человека являются секс и стремление к величию. Запомните это выражение – желание быть значимым. Это очень важно. Вы не раз встретите эти слова на страницах моей книги. Что же вам нужно? Но есть вещи, к которым вы страстно стремитесь, которых вы жаждете. Вот чего хотят многие люди. Первое. Здоровье и сохранение жизни. Второе. Пища. Третье. Сон. Четвертое. Деньги и то, что можно на них купить. Пятое. Свиньям же не было никакого дела до тех розеток, которые они получили. Но для отца это было важно. Эти призы придавали ему ощущение собственной значимости. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да где уже мой
Дуня, was soll ich jetzt tun? Alles klar, ich gehe auf die Anfangsposition. So, ich bin bereit.